26 марта 1968. До премьеры балета «Спартак» два дня. Марис Лиепа спешит в швейный цех Большого театра примерить костюм полководца Краса. И для того, чтобы снова увидеть молоденькую выпускницу Технологического института легкой промышленности Женю Шульц. Так легко и свободно Марис не чувствовал себя ни с кем. Партия Краса для него настоящая удача, считал Лиепа. Повод не только продемонстрировать блестящую хореографию, но и реализовать, наконец, актерский потенциал. Марис пригласил Евгению на премьеру «Спартака». Спектакль был просто обязан стать сенсацией. И стал. «Спартак» в постановке Большого объехал полмира. Один маститый британский балетный критик в хвалебной статье заметил: «Мозг Лиепы танцует, а тело думает».